Здравствуйте, друзья. Мы все еще сидим дома, у нас все еще много времени поговорить. Есть вопросы от моих учеников. Что делать во время карантина, когда домашние условия не позволяют полноценно тренироваться? Понятно, что можно подтягиваться, отжиматься, тренировать какие-то перемещения. Что еще? Возможно, как-то можно учиться не только физически. Спасибо, Дима. Ты, конечно, уже знаешь ответ на этот вопрос, потому что я об этом рассказывал вчера. Но для тех, кто сочкует наше онлайн-занятие, я расскажу подробно. Во время карантина ученики моего додзю будут готовиться к экзаменам следующим образом. Создаем таблицу Google Doc и копируем в нее свою экзаменационную программу. Ищем в интернете видео, соответствующие пунктам вашей экзаменационной программы, и копируем эти ссылки во второй столбик таблицы. Можно оставить третий столбик для комментариев или вопросов. По обычному расписанию тренировок мы проводим онлайн-занятия через Discord. И во время этих занятий вы показываете мне свои таблички, вместе смотрим видео, я комментирую как-то и, возможно, прошу заменить видео. Собственно, все. Конечно же, такой способ не заменит практику в зале, но пока зал закрыт, вы можете собрать всю свою программу в голове, выучить ее и прийти в зал, уже имея всю картину в целом. Я уверен, что такой способ будет полезен не только во время карантина, но и в обычном режиме занятий, как хорошее дополнение к практикам в зале. Дело в том, что большая часть айкидо происходит в вашей голове. Это не просто гимнастика. И как раз уложить там все как следует поможет вот такой способ, который мы придумали. Буду очень рад, если он окажется полезен кому-то за пределами нашего додзю. Как всегда, пишите вопросы. Не забудьте, пожалуйста, оценить наше видео, если оно вам нравится. И еще раз спасибо, Дима. Ты задал очень много вопросов, в одно видео они не уложатся. О мотивации, о ступенях вашего развития в айкидо, о том, как работать с видеоматериалами, обо всем об этом обязательно поговорим дальше. И как всегда, всем хорошим людям желаю не болеть.